Всем привет! Нашел квартирку вот с таким видом потрясающим, необыкновенным видом на море. Ну, там палец, там сколько, два пальца, три. Вид на море, дорогие зрители. Вид на бочки. На меня. В Махмутларе продается трехкомнатная квартира в проекте, который сдан в 2017 году. На высоком этаже есть инфраструктура и квартирка под ключ. Огромный балкон, который можно застеклить. Будет еще одна комнатка. Болгарчик там режет. Пускай порежет, порежет. Спасибо. Внизу у нас бассейн. Открытая парковка. Снаружи есть сауна, фитнес. Расстояние до моря 230 метров. 240 метров максимум. Рядом есть несколько сеть магазинов, ресторана и тому подобное. Огромный балкон увидели. Гостиная, совмещенная с кухней. Бытовая техника смешанная. Бека, Регал. Холодильник LG, телевизор LG, кондиционер Rubenis. Высота потолков 280 сантиметров, хорошая высота. Отсюда вид на горы. Вот я вижу горы вот так. Вот еще вот так. Вот так видны горы. Это античный город Наула. Отсюда также на него вид у нас. Тут стык улиц Ататюрка и Барбаросса. Есть у нас трубы уже подключены. Можете поставить радиатор, и у вас будет тепло. Но так как здесь нету холодной суровой зимы, в этом году-то правда была, но кондик справляется. Или можете купить радиатор на колесах. Фирма Xiaomi. One S Smarter какой-то он хороший. Первая спальня. 12-13 нет. Давайте я отмерю эту спальню. Так. 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 11. Так. 11 квадратных метров, дорогие зрители. Это спальня. Хорошая тут у нас прихожая. Санузел. Света нету. Проточный водонагреватель фирмы Veito. Электроник. И здесь у нас хозяйская спальня со своим санузлом. Отмеренько и эту спальню. Пятнадцать с половиной квадратных метров. Заново. Да, 15,5. Эта спальня у нас большая. Итак, спускаюсь я вниз, дорогие зрители. Балкон тоже большой. Полезная площадь у этой квартиры вместе с балконом как минимум 100. 108-100. Генератор с правой стороны у нас. Так, цены. Дорогие зрители, цена этой квартиры 140 тысяч евро. Торга нету, скидки нету, есть я. Звоните. Плюс 90-555-064-91-10. Не закрываем ролик, спускаемся вниз, ставим лайки, комментируем и подписываемся на наш канал, если все еще не подписались.
Я буду подбирать еще более хорошие варианты, ищу, но на рынке все меньше предложений, а спрос большой. Насчет ВНЖ все еще ждем поправки. В августе, вроде говорят, будут поправки. Вышли мы с квартиры. Вот такой коридорчик. 1, 2, 3, 4. 4 квартиры на этаже. 2 лифта. Вызовем лифт. Так, вызвали. 6 человек вместимость. Так, коридор. У нас там внизу есть сауна, фитнес. Работает, но это не нужно спускать. Кому надо, детально покажу на месте. Вот генератор, бассейн. Территория. Так, дорогие зрители, пишите, звоните по тому номеру, который я вам гласил. Всем пока-пока.